Здравствуйте, дорогие зрители и гости моего канала, меня зовут Юра, и мы продолжаем играть в дополнение к игре BioShock Infinite, которая называется Burial at Sea. Надо же выбрать загружаемый контент. Угу. Оно именно там находится, вот оно у нас такое замечательное, называется «Морская могила». В прошлой серии раздобыли мы, во-первых, микроволновый излучатель, с помощью которого мы поджариваем всех врагов как курочек. Единственный у него, конечно, минус, что очень быстро заканчивается у него запас энергии. Слабый аккумулятор. Приходится все время подзаряжать. Ну, что поделаешь. Вот. Ну и ищем девочку эту Салли, насколько я помню, ее зовут. Вот. Она залезла там в эту вентиляшки. И нам бы осталось закрыть последнюю вентиляшку. Посмотрим. А потом ее немножко... Вентиляционная решетка закрыта, но чтобы заставить Салли вылезти оттуда, надо было закрыть остальные. Ну да, сейчас мы, собственно, этим и будем заниматься. Ой, так. Подтягиваюсь немножко. Так, что тут у нас? Что тут происходит? Ага. Ясно. Медикаменты. Не, со здоровьем вроде все в порядке. Сейчас бы я бы еще немножечко себе бы захотел бы найти. Эй. К сожалению, их что-то нет. Тихо. О. О! Чуть-чуть боеприпасов для микроволн. Смотрите, спит на коробке. Дурачок. Что с него взять? Так, здоровье есть. Дайте... хотя, в принципе, хватает. Чё нам? Пальцы. Так, что-то тут блестит. Монеточки. Какого лешего я их пропустил в прошлый раз? Я не знаю. Рептор. О. А, это ты? Так, нам сюда, да? Так. Грузовой крюк. Салли? Салли, it's me, Booker. Now, you come out now. Салли, последняя дырка. Dear, did you hear me? It's me, Booker. Now listen, dear. You come out right now. Mr. DeWitt, she's not coming. Now let's get the rest of these vents sealed. It's the only way. Ай, нет другого выхода. Ладно, я тогда пока подзаряжу. Ну ты, блин, испугался. Этот заорала сволочь-то. Так, приобретем боеприпасиков. И для револьвера тоже прикупим. Вот и все, отличненько. Так, закрывай, Букер, еще одну решетку. Пойдем мы дальше. Откуда ты знаешь? Вон там? Ага. Ну и вот заодно Салли. Не понял. Ё-моё, я что, мог нажать и подобрать? Не, не мог. Ничего не понимаю, честно говоря. Так, может здесь еще что подобрать? Можно. Твою мать, кто это? Так, что-то здесь. А, монетки. Пока там бойко идет. Зачем мне их мочить? Пошли отсюда нахрен, ё-моё. Так, откроем замок. Молодец. Так, а здесь ничего нет, кроме холодильника, в который нельзя залезть. Все, пойдем. Пойдем по-быстренькому. Так, ну... Что у нас здесь? Что странного? Так, там какие-то чуваки. Я уже, короче, их вижу. Я уже хочу их поджарить как следует. Так, там карабин. Так, ну-ка, ну-ка. Кто у нас здесь с оружием-то? Ходит. Вон, тостеры стоят. Так, ну давай-ка. Все? Ты все на что вы способны?
пойду еще прикуплю. Че не прикупить-то? Правильно? Правильно. Вообще дальнобойная вещь, даже снайперка не нужна. Изумительно, мне нравится. Что это здесь? Это непонятные места. Нахрен никому не нужна приманка. Что вы тут сидите? Давайте посмотреть. Что там? Что там? А, горшчок какой-то. Ты куда полезла, ёпарасете? Ты что там делаешь? А, помыть решила? Молодец, женщина. Уважаю. Скушаю за тебя яблочко. Пирожное в духовке. Все как надо. Чпонька, чпонька. Пылесосит. Слушай, я вообще, я... Балдею. Видите, какие замечательные женщины в этой игре. Пылесосит. Не, курить я не буду. Убирают, стирают. Сказка просто. Блин, не хотел же долбить, ну ладно. Ой, миксеры эти забавненькие стоят. Вон эти печеницы. Жарить. Ну, выпекать, я понимаю, что нужно. Говорить, выпекать. О, детёв тут воспитывают. Тут этот дети слишком взрослый, по-моему. Не, я дробовича не буду брать, зачем? А, о. Ева. Locked from the other side. How the hell am... Look. Что? I think I can squeeze through. А, туда? Give me a boost. А, ну давай, лезь. Только ты там смотри, не балуйся, осторожно. Осторожно. Не выпендривайся там. Давай, открывай быстро, 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 быстро. Быстро не смотри, там кто-то палит уже. Выйди. Блин, ты никогда так долго не открывала. Твою мать. Ах вы. На этого можно было и не тратить. Что? Ладно, пойдем отмычек подберем. Так. А я тем временем... $3 целых. Прикинь. А тем временем схожу, подзаправлю свою пушку. Можно же, можно. Еще не подзаправить. По полной подзаправляем. Деньжат-то набрали немножечко. Ну, то есть, так, монетки. Неожиданно появившиеся. Вот приманку. А те вообще такие дохлые прибежали. Я офигею. Ну эти сабзиры две штуки. Вообще предпочтительно было бы. Так, куда нам? Туда. А мы туда сходим. У нас же есть замораживающая штука, поэтому давайте ее используем. У нас тут. Вот она. Ладно, все. Че ты керишься? Что, кто-то есть, что ли? Вроде ж нет никого. Ты успокойся!
что это такое. О. Деньги. А, это просто опять Томпсон, я так понимаю. Так, нам туда. Но мы туда не пойдем. Не пойдем. Что пишут? Атлас какой-то. Вас народа, опять же. Трындец. Так, отмыку держит. Ну так что, нам отмыки еще понадобятся. Ну это хорошо. Ладно, пойдем там снизу сначала погуляем. Да. Посмотрим, что у нас тут есть. Надеюсь, нас здесь... Твою мать. Че, она не видит, что ли, да? Освещает просто. Нам путь. 5 патронов на турельку уходит. Ну ладно. О, 2 вернули. Ящик с виски. Не-не-не-не-не, друзья. Я помню, как я в прошлый раз этот весь ящик выпил, так потом полдня пьяный ходил. Зачем нам меню оружия открывать? Объясни. Что у нас здесь? Зачем вообще сюда шел? Даже ничего нету. А, можно было боезапас микроволновику пополнить. А я не пополнил. А я там ходил, покупал. Ну и ладно. Ну и подумаешь. И запомним, что он здесь. Пока сбегаем сюда. Глазу народа. Может, что полезное поднимем. Так. Так, я вижу, что здесь голософон. Так, что за снаряжение? Рубашка, бодрящий рык. Если ваш щит пробит, в течение 5 секунд вы движетесь быстрее и наносите больше урона, а обойма мгновенно заполняется. Так, что у нас сейчас в качестве рубашки использовано, глянем. Глянем, говорю. Волшебная пуля. Урон от критического попадания возрастает, появляется шанс избежать. Так, хрен с ним. Лучше мы бодрящего рыка возьмем, потому что щит уже очень часто пробивают. Поэтому весьма неплохие такие. Давайте послушаем запись. Китайся опять нам говорит. Наблюдение номер 22. Ян Сушон, 15 октября 1958 года. Место только для персонала. Наблюдение номер 22. Неизвестный феномен. Откуда этот феномен? Сушон нанимает наблюдателей. Наблюдатель должен найти больше феномена. Наблюдатель сообщает, а как из феномена появляется молодая женщина. Женщина исчезает, как и появляется. Что ты нахрен несешь, Сушон? Ты, блин, вообще тут что ли двинутый? Наблюдателю больше нечего сообщить. Если Сушон найдет эта женщина, она сделает новые интересные феномены. Я так понимаю, это про Элизабет он говорит, но я типа ничего не понял. Я же букер. Я ничего здесь вообще не понимаю. Опять YouTube. Тюб-тюб-тюб. Слышал, а там Сушон что про тебя говорил? Делает тут вид, понимаешь, что ничего она не слышала. Опять отмычка. Куда нам тут применять? Что? Это повернутые кофты. Я там, блин, вижу, что они повернутые. Я ж сюда не проберусь, да? Да не, ни хрена. Ни хрена, ни хрена. Странно вот это вот вообще все. Может быть, я здесь что-то и могу сделать. Ну, увы. Я не знаю, что здесь нужно. Может, каким энергетиком нужно бахнуть, но... Я не хочу просто тратить соли. Хрен на него пошли. Разберемся, в общем. А не разберемся, так... Так, вон она, вентиляшка. Это просто вентиляшка. Без всяких на то. Хорошо. Что тут пишут? Ваш управляющий знает, что будет лучше для вас. Да вы что?
Твою мать, что это опять такое? Что за водица такая? Какая это нахрен водица? Запас для карабина, не нужен ваш карабин. Хуп-поп. Слейкер говорит, не твой друг. Такой Слейкер, я не знаю. Что за мишутка там? А, эти вот бошки для зайчиков. Угу. Так, сулево, нормально. Пригодится, попьем. Так, давай сразу переключимся и здесь возьмем вот это. Пригодится. Ага, пошли. Так, что у нас тут? Чует мое сердце, сейчас будет бойка. Сохранение профиля, конечно же, происходит. Тойс, а вот и отдел игрушек. Ага. Ну да, целая арена для битвы. Ну вон там можно что-то. Какие-то разрывы открыть. Причем дофигища. Лесенка. Я туда хочу. Но не могу. Так, что-то механический патриот. Давай. А откуда? Вообще нафиг здесь? Механический патриот. Alright, let me go check the exhaust vent. Привет. No sign of her. Looks like we'll need to turn up the thermostat if we're gonna flush her out. It's over that way. Пойдем выкуривать. Пойдем выкуривать. Только сначала. Так, ну что, туда? Да. Ладно, тогда оглядимся сначала. Ну, в смысле, осмотримся. Так, там цеплялка. Пулемет. Карабин. We need to head for that thermostat. Да, не спеши, не торопись. Не торопись, мне тут нужно сначала разобраться. Хрена себе там вот этот... The thermostat, Mr. DeWitt. Да не торопись. Ну что здесь? Что-то важное пропустил, а ты меня гоняешь. Потом же, когда будет бойка, уже ж не разберешься, что к чему. Вот в коробке пустые вещи. Ладно, все, пошли. Уговорила ты меня, в общем. Под руку, главное, вот транзит. Ну, что? Что с ним сделаешь? Так, это хорошо. Здесь я вижу много Евы лежит. Так, нам нужный. Скорее всего, когда девочку вытащим, тогда придется прикольно так побиться, я понимаю, вам здесь. С кем-то, с чем-то. Так. Секьюрис. Да, секьюрис. Опа, а это то, что завалено было. И там написано, вон там. А кто он там? Некий зверь, значит. Ну чё, у меня есть микроволновка, зажарим к херям, значит. Так, я вижу термостат. Надеюсь, она там не поджарится. Ты уверена? Чипсов съел зачем-то. Бурбон не буду пить. Да блин, я стремаюсь, честно говоря, это делать. Ну ладно, это больше ничего не остается. Давай сама делай, чтобы мои руки в крови не были. Хрена себе пошло жариться. Горячо, конечно, горячо. Ну, открывайся давай. Странная ты дверь. Sally, come out. Как она вылезет? Как она вылезет? И чё? А, ну куда-то туда? It isn't working. Turn it off. If you turn it off, it's not gonna work. We have to turn it off. We are hurting her. Ну, вот она где-то здесь. А, во. Давай, вылазь. Салли! Салли?
Что-то она какая-то уже подпеченная, блин. Салли, come on. I'm gonna get you out of here. Салли! Come out here right now! Твою мать, что они с ней сделали, блин. Мистер Багглз. Так, ну по-моему, кто-то... Тут с него эта хрень не действует. Так, где... Механический этот. Open it! There you go! What is a life compared to a fake? Да блин, что это такое происходит? Водичка. Так. Твою. Я побежал отсюда. Ой-ой. Я был не прав, я понял. Где он? Так, это... Где он там? Где он там стреляет? Я бы не вижу, а он. Готов? Все? Мистер Дюитт, the girl. Где она там? Да она зверёныш какой-то, прям как эти тетки. She's come to see you. We're going home. Do you want to go home? Ты как кусанет? You're hurting her. She's not your child. She is mine. Let her go. Let her go. She's mine. Твою мать. Shut down the machine. Shut down the machine. И голову отрезала. Had to have me, didn't you? No, this isn't right. And when the guilt no. was too much, you turned to us to solve your problem. To provide a place to go where you might forget. Where there never was an Anna in the first place. Comstock was never one to own up to his errors, was he, brother? Never comfortable with the choices he made. Always seeking someone else's life to claim as his own. Elizabeth, child, I am so sorry. No, you're not. But you're about to be. Ничего себе. Я офигею, вот это поворот. Конец первой части. Фух. Фух. Ничего себе. Так, я пока, ребят, поставлю на паузу. Мне нужно все это осмыслить. Поэтому 5 сек.
Ух, так, ребят, я тут пересмотрел концовку, и если в первый раз это для меня было вообще шоком, и я практически ничего не понял, то когда пересмотрел второй раз, в принципе, все стало понятно. Причем то озарение, которое на меня снизошло, оно было очень вообще поразительным. Оказывается, всю эту игру мы играли не за Букера Девита, а за Захари Хейлом Комстока. Поэтому вот эти вот все были, и разрывы оставались, и была все-таки Элизабет, а не Анна. Мы видели в конце, я думаю, что за ерунда, почему я вижу, как Букер Девит пытается вернуть назад Анну, и у меня из рук вырывает, я вот этого не понимал, а потом, когда пересмотрел, я понял, что это был Комсток. То есть мы играли за Комсток, и он помнит. Потом Букер Девит все-таки вырвал Анну из рук. Но закрылся этот вот разрыв и отрубил ей голову. И вот эта вот голова куклы, это остался лишь, получается, как символ. Вот, и чтобы потом все это забыть, Захари Хейл Комсток попросил у Розалинда Лютес и его брата, чтобы они, ну, забыть все это дело. И они поместили его в этот город, в Восторг. Вот, но я так понимаю, что Элизабет решила все-таки отомстить Комстоку. Зачем-то вот вызвал, зачем-то начал вот его водить по всем этим. Наверное, чтобы привести в это место. Салли была лишь приманкой, получается, чтобы привести его и чтобы этот вот большой папочка его завалил. Это вот чувака, которого мы мочили, получается, в конце не домочили, раз он убил. Трындец. Трындец полный, вообще крышесносная оконцовка. Не, ну игра все равно оставляет еще некоторые вопросы. Если голову Элизабет отрубила, ну не Элизабет, а Анне, то что тогда делать здесь Элизабет? Вообще хрен пойми. В общем, у нас еще ждет второй эпизод, и у нас он вот уже покажет. Я думаю, что он нам покажет, что вообще как, что и почему. Как видите, как я считал и надеялся, первой части, ну, в оригинальной игре я ожидал, что история Захари Хейлом Комстока закончена и все, но не тут-то было. Увы. Увы. Комсток жил, Комсток жив, Комсток будет жить. Ой. Насколько я знаю, вторая часть уже будет. Другой там у нас персонаж, но это уже во второй части, во втором эпизоде. Ну что ж, спасибо, ребят, спасибо, что смотрели. Надеюсь, понравилось. Я в шоке. Я до сих пор в шоке сижу. Мне еще нужно будет посидеть, подумать об вот все это, осмыслить как следует. Вот, спасибо, что смотрели. С вами был Юра. Всего вам доброго. До встречи в следующем эпизоде. Пока-пока.